Ремонт дошкольного учреждения на бульваре Львовском находится в завершающей стадии. Работа в буквальном смысле слова кипит. Подрядчик полностью завершил все общестроительные работы, отремонтировал кровлю, инженерные системы, фасад, коммуникации. Почти завершена внутренняя отделка. Подарок мамам и детям открытие садика планируют сделать к 8 марта. Задача не просто восстановить детский сад, а создать необходимые условия для комфортного пребывания особенных детей. Поэтому, хоть ремонт и будет завершен к январю, предстоит еще сертификация всего нового, что установлено, построено и сделано. Финансовые проблемы позади, дополнительное финансирование получено. Теперь ничего не мешает. Деньги все есть, все есть. Строители работают, да. Единая Россия контролирует. У всех отдел есть. В детском саду предусмотрены массажный кабинет, центр психологической службы, который включает в себя мультисенсорную комнату, кабинет психологической разгрузки, голокамеру, зал лечебной адаптивной физкультуры, бассейн, кабинеты лечебно-коррекционного воздействия. Здесь и логопеды, и психологи. Здесь дефектологи работают, и каждому ребенку они стараются оказать помощь, и для каждого ребенка они находят время. И как каждого маленького ребенка это считает особенным, к ним находит это подход. Ребенок Галины сейчас ходит в обычный детсад. Чтобы пойти в школу и чувствовать себя комфортно среди сверстников, ребенку необходима хорошая подготовка. Чтобы ускорить открытие, депутаты законодательного собрания готовы помогать не только выделением денег, но и лично. Но мы постараемся и внебюджетные средства сюда обязательно, так сказать, завести. И многие уже предприятия, зная, что это вот такой специализированный детский садик, откликаются на эти вещи. Мы запланировали вместе с вот будущими родителями этого детского садика буквально в январе месяце, когда общестроительные работы закончатся, провести вместе, значит, с депутатами Заволжского района и с партийцами Заволжского района здесь большой субботник, так называемую генеральную уборку, потому что все это отмыть, все это очистить, да, ну вот как дома привести в такое, в готовность номер один, это, конечно, большой труд. Ульяновск – один из первых городов в России, где осуществляется практика открытия детских садов для детей с ОВЗ. Актуальность инклюзивного образования не вызывает сомнений. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого ухода и внимания к себе. Этот детский сад призван не только облегчить уход, разгрузить родителей, но и помочь самим детям адаптироваться к жизни, а значит, обрести себя. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.